машину, дура. Я сам... Вообще трэш просто. Ребята, ребята, все хорошо. У ребят все хорошо. Все было здорово. Свадьбы не было. Все было классно. Гостей не пришлось отправлять домой. Потому что их тоже не было. Я учусь в Туле, в колледже культуры учусь. И, соответственно, ну... Вот через свою подругу хорошую, она меня соединила с Юлей, позже с Юлей Сергеенко, позже с Александром Родиным. Мы обговорились, собрались, снялись и так далее. Но... А репетиция была? У нас репетиция в этот день была. А репетиция здесь. Здесь же все было здесь. Она, причем я ей вот как раз написала, говорю, ты видела там в интернете ролик? Она, да, там бывший ее позвал. Позвал ее бывшую. Я говорю, ну да. Я говорю, да ладно, да ну их. Она, ну да. Угу.